Сезон для них не заканчивается даже в июне. Наши пловцы продолжают готовиться к целому ряду соревнований. Одно из таких – Кубок губернатора Брянской области. В первом заплыве старт принимаем. Первая дорожка – Андрухова Анна. 2013 год рождения и старше. Сильнейшие спортсмены из Брянска, Дядькова, Жуковки, Климова, Клинцов, Погара, Сельцо и Фокина. Такую программу мы работаем впервые. Это все четыре способа плавания в порядке комплексного плавания. То есть наша Брянская область славится нашим спортсменом Бородином Ильей, который плывет на 400 метров, на дистанции 400 метров комплексное плавание. Шансы на победу сохраняются даже после осечки, ведь у каждого 4 заплыва по 100 метров. Бат у меня самый нелюбимый способ, мне его тяжело плавать, и хотелось бы как-то получше проплыть, но не получилось. Я довольна вообще своим результатом, но могла бы проплыть еще лучше. А так буду стараться. Главную награду завоевали Артем Бородин и Полина Шевцова. Впереди у сборной Брянской области первенство России среди юниоров и Кубок России. Оба турнира пройдут в июле. Кирилл Новиков, Алексей Рязанцев, Брянск.